Друзья, приветствую всех на своем канале. Одесса, 1 июня. Сегодня первый день лета. И сегодня большой праздник, Международный день детей. Друзья, спонсор данного видео — компания Parimatch. Подготовила для моих подписчиков хороший бонус. Поэтому обязательно проходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и забирайте свой бонус. У нас в одесском зоопарке подготовили для малышей праздничную программу. Для детей, которые младше 14 лет, вход бесплатный. Детей будут развлекать веселые аниматоры, а все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по оригами. На сцене зоопарка будут выступать актеры театра юного зрителя, покажут спектакль «Клубок сказок». В конце праздника все желающие смогут посмотреть показательное кормление экзотических животных. Представление началось в 11 часов, уже начали впускать людей в зоопарк. Вот сейчас там скопилась просто кошмарная очередь. Люди многие возмущаются, почему только один пропускной пункт, почему нельзя было сделать больше. Очереди просто кошмарные, жара нереальная в Одессе сегодня, ни одного облачка нету, небо ясное. Очень жарко, люди стоят с детьми на сильной жаре, все хотят попасть на праздник. Во-первых, потому что бесплатно, я так думаю. Вот, ну и во-вторых, потому что праздник, потому что хочется детям что-то показать красивое, интересное. Ну, вот так вот. Многие не выдержат, многие уходят и на праздник не попадают. В Одессе все спокойно. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.